стартовый тайский бренд с косметикой, с уходом, со свечами, с диффузорами. Очень все красиво. С ароматами. Всем привет, ребят, от меня и Титосик тоже присоединяется к приветствиям и рад вас здесь всех видеть, да, Титосик? Титосик? Конечно же, он рад. Ну а что ж ему делать еще? У меня сегодня на самом деле были другие планы на день. Я должна была поехать на встречу, но поменялись кое-какие обстоятельства, я осталась дома, и я на самом деле прям рада тому, что так получилось, потому что потом, как только мы поменяли время нашей встречи, я поняла, что на самом деле мне уже уезжать в субботу, а у меня еще есть моменты, которые я не сделала, или моменты, которые мне нужно уже начать делать, а если бы я поехала, то я бы весь день провела бы в городе, и, естественно, когда приехала, у меня бы не было ни сил, ни времени, чтобы что-то делать. У меня есть задачи по работе, которые нужно обязательно сегодня сделать. Мне нужно начать собирать чемодан. Мне нужно сделать домашнее задание по речи, потому что, ну, как бы я отличница должна быть. И поэтому, когда отменилась встреча, я такая даже какое-то даже облегчение у меня немножко было, что так, все супер, значит, я сегодня дома, и у меня есть что поделать. И даже с утра я уже успела сделать монтаж влога и выложить его уже на канал. Утром сегодня в 9 утра к нам пришла помощница по дому. Это реально, я понимаю, что это именно помощь, а не человек, который все делает за меня, да, потому что, ну, все равно, чтобы все делать за меня, это нужно, значит, жить здесь. Я периодически вызываю помощницу, и она делает уборку дома. Иногда я сама делаю уборку дома, когда мне удобнее и никого не звать, и мне проще, там, допустим, быстро самой все убрать, или там хотя бы ванные комнаты убрать и пропылесосить, там что-то такое, я сама это могу сделать. Но иногда я понимаю, что на это уйдет весь день, и мне вообще не хочется на это тратить время, поэтому очень круто, что есть такая возможность вызвать человека, который этим занимается профессионально. И в Таиланде это стоит абсолютно доступных денег. Поэтому, да, круто, что есть такая возможность. И все равно перед тем, как она приходит, естественно, все. Ну, ложись там. Естественно, я прохожусь еще по всему дому и разбираю какие-то вещи, раскладываю их по своим местам, потому что, понятное дело, что она этого не знает, поэтому все равно это в любом случае помощь, а не полностью она, да, все это делает. И также там, допустим, что-то постирать, это, естественно, уже все на мне, я этим уже всем занимаюсь. Но, естественно, я не к тому, что типа вот это всего лишь помощь и все такое, нет, это супер классная помощь, и я рада, что, допустим, вот сейчас она убиралась 4 часа, и я рада, что за это время я смогла отправить контент одному бренду, для которых я снимала недавно, сделать влог, выложить его на YouTube, и если бы не она, то я бы просто убиралась, и этих бы дел не сделала, поэтому, да, это круто. И мне пришла сегодня посылка от Sephora. Я просто хочу показать, я на самом деле заказала там всего лишь один продукт. И я хочу показать, что они присылают, когда ты заказываешь один продукт. Во-первых, что я заказала? Я все-таки заказала этот тинт от Benefit. Я решила, что мне нужно себя порадовать после организации встречи в Бангкоке. Я решила, что это будет мой маленький подарочек себе за то, что я проделала такую работу. Ну и, конечно же, тот тинт из одного из предыдущих влогов за $1, ну, это никакое сравнение не станет. Давно я хотела его, поэтому почему бы и нет. И, кстати, это я взяла мини-версию
Здесь 6 миллилитров. Но что я хочу сказать про все вот эти мини-версии, что для мне вот этих мини-версий, я уверена, что мне этого хватит очень надолго. Также у меня еще есть бронзер от Benefit Hoola, которому уже тоже, наверное, полтора или даже 2 года. Я его купила практически сразу, как мы приехали в Таиланд. И это тоже маленькая версия, мини-версия, и он у меня еще не заканчивается. Да, я не каждый день крашусь. Возможно, если бы я им пользовалась каждый день, естественно, он бы закончился, но все равно мини-версия, это для меня это полноценный продукт. Мне этого хватит с головой, учитывая еще то, что у меня много продуктов для губ. Дальше. Я выбрала себе попробовать тритмент для волос от Ои, наверное, как-то так это называется. Не знаю, как это читать, когда здесь одни гласные. Хочу попробовать эту маску. И еще я могла себе выбрать еще на баллы там какие-то, еще какой-то пробник. И я выбрала себе такие небольшие румяна от Tarte. Очень красивый цвет. Мне кажется, что он очень будет натурально, естественно, выглядеть. Ну и опять-таки, к слову про пробники, я уверена, что этого мне тоже хватит очень надолго. Опять-таки, учитывая, что у меня, в принципе, много румян, и навряд ли я этими румянами буду пользоваться каждый день. Но вот такой вот маленький формат, куда-то взять с собой в путешествие, по-любому это будет для меня как вот travel-вариант, чтобы я брала его куда-то с собой. И, собственно, вот такая вот еще косметичка. Очень крутая, я покажу все потом поближе. Очень классная. Качественно сделано, внутри у нее есть такие карманы, куда можно что-то положить, отделение, вот, да, там для помады, для чего-то такого. Мне кажется, это очень удобно, и я думаю, что я как раз ее с собой возьму в поездку в Россию и положу сюда всю свою декоративную косметику. И по размеру, кстати, она тоже классная, что сюда и кисти поместятся. Положу сюда всю свою декоративную косметику. Для ухода я уже решила, что я буду использовать свою косметичку Glossier. Я ее, по-моему, уже как-то показывала здесь. А для декоративной косметики я возьму вот эту, и мне этого хватит с головой. Я собрала капсулу для своего путешествия. В принципе, она не сильно отличается от того, что я показывала в одном из своих видео про базовый гардероб. Ну, просто здесь поменьше позиций, и, в принципе, сочетание цветов я оставила такое же. У меня коричневый, черный, белый и бежевый. И это все, что я возьму на месяц. Просто я еще учитываю, что у меня там в России есть какие-то вещи, которые, естественно, я либо заберу, либо буду там носить. Поэтому слишком много всего я решила не брать с собой. Сейчас я примерила свой аэропортский лук. Я возьму, надену трикотажные широкие штаны. Обычно у меня такая базовая футболка из Зары. И такая рубашка тоже, потому что в самолете там может быть прохладно, и в аэропортах обычно прохладно. А если вдруг мне станет жарко, то я ее просто легким движением руки могу снять. Поэтому, мне кажется, это должно быть удобно. И внизу у меня будут кроссовки New Balance коричневые, которые супер удобные. Поэтому я думаю, что я все классно придумала. И у меня еще будет рюкзак. У меня есть точно такой же, только в таком светло-бежевом цвете. А этот я купила для своей племянницы. Потому что мне сам он по себе нравится, он очень удобный для путешествий. Мне кажется, что для школы тоже он должен быть удобным. Здесь есть ручка, что можно вот так держать его. Естественно, ремешочки, какие-то кармашки, какие-то штучки, куда можно прицепить брелки. Поэтому его я буду использовать как свой рюкзак. С ним я поеду, он у меня будет вместо ручной клади, чтобы я не занимала место еще в чемодане. А на обратном пути я возьму для ноутбука какой-нибудь шопер или посмотрю, может быть, у меня там дома еще есть какие-то рюкзаки, которые я возьму. Поэтому вот это мой лук для аэропорта. Мне кажется, что получилось очень даже симпатично. А вот так, собственно, выглядит вся моя капсула. Здесь
спортивная одежда, топ и леггинсы. Еще один комплект спортивный от Floss, тайский бренд. С велосипедками. Тот у меня с леггинсами, этот у меня с велосипедками. Льняные вот такие шорты. Вот это платье тоже, которое я вам уже показывала неоднократно. Не буду его сейчас распрямлять. Дальше у меня вот такие базовые топы. Я их буду надевать либо друг на друга, либо по отдельности. И одна еще футболка базовая будет на мне, в которую буду ехать. Дальше вот эта футболка. Мне она очень нравится. Она в огромном размере. И мне очень нравится, как она на мне сидит. И вот эта жилетка из Зары. И я надеюсь, что мама Артема мне перешьет вот эту подкладку. Потому что она здесь отвратительнейшая. И я бы хотела сюда хлопковую подкладку. И, ну, и в принципе, да, она у меня совсем будет сочетаться, если ее сделать с человеческой нормальной подкладкой, в которой будет реально вообще ходить. И вот эти джинсы, которые я вам тоже показывала в прошлом влоге. Коричневые джинсы. Такие они не широкие, узкие. И такие они типа вот заляпанные, все в пятнах. Так что вот это, собственно, все, что я возьму на месяц. Мне кажется, этого, в принципе, мне хватит. А, ну и еще я беру с собой на всякий случай купальник, потому что, может быть, мы поедем где-то на море. Вот и все. Я думаю, мне этого будет достаточно. И еще просто у меня там есть какие-то вещи, поэтому я смогу их сочетать и комбинировать. Итак, продолжаю я свои сборы. Немножко я такая перенакрасилась, потому что собирала свою косметичку. Ну и как я могу пройти мимо косметики и ее не попробовать, что-нибудь на себя не помазюкать? Я собрала просто такой минимум, и у меня это все логически объясняется, почему я это беру и почему так мало. Помните, да, вот эту микрокосметичку, которую мне подарила Sephora за мой микрозаказ? Итак. И что я, собственно, беру с собой? Я беру с собой бальзам Summer Fridays. Он классный, он отлично увлажняет губы. Он еще придает такой, он у меня с оттенком, таким немножко бежевым оттенком. Короче, это супер. Я его с собой прям возьму в сумку, которая у меня будет в ручной кладе. Потому что, сами понимаете, в самолете лететь это не дело без какого-то увлажнения на губах. Дальше. Я беру с собой вот этот тинт от Benefit. Я его, честно говоря, не распробовала. Я его, когда показывала вам распаковку, я его попробовала. Что-то я как будто бы не поняла. Я еще хочу посмотреть, может, я делаю что-то не так, посмотреть какие-то обзоры на него. Но пока у меня какие-то смутные насчет него сомнения. Да, он выглядит очень, очень натурально, очень свежо, но пока не пойму, поэтому беру его с собой, буду там пробовать, посмотрю. Как раз мне нужно что-то для, какой-то продукт цветной для губ. Беру консилер NARS. Консилер беру, тон не беру, потому что я хочу попробовать тон от Vivienne Sabo, который все блогеры сейчас рекламируют, вот этот шейк-шейк. Хочу попробовать, что там такое. Мне как раз нужен какой-то такой легкий тон на каждый день. Вроде как говорят, что он именно такой. Поэтому хочу его попробовать и с собой не буду тащить никакой тональник. Дальше. Тоже то, что я показывала в предыдущем влоге, то, что мне подарила Sephora. Вот такие сухие румяна от Tarte. Очень красивый цвет, я их уже наносила, они так натурально смотрятся, они вообще просто пушка-бомба. Мне очень понравился этот цвет, поэтому тоже идет в косметичку. Дальше я беру вот этот мой любимый стик, про который я уже тоже несколько раз говорила, это нюд стик, по-моему. Либо нюд называется бренд, либо нюд стик, но у них не только стики есть в ассортименте. Офигенный продукт, вот, блин, не жалею просто ни бата, то, что я за него отдала, хотя я долго прям думала, брать или не брать, он стоит в районе 1500 бат, и
Я прям такая, типа, не понимала, брать нет, но однозначно брать. Это мой любимый продукт сейчас. Уже долгое время. У него... Он в формате стика, у него вот такой вот оттенок. То есть я его использую и как бронзер, и как румяна. Он тоже суперски классно выглядит. Он с таким немножко как бы розоватым подтоном. Называется оттенок Sun-Kissed, поцелуй солнышко. Поэтому вообще супер смотрится, мне очень нравится. Я его прям обожаю. И когда он у меня закончится, а это будет не скоро, потому что стики очень-очень-очень долгие. Тут вон сколько у меня еще этого стика. Стики, конечно, можно ими пользоваться бесконечно. Ну, где-то половину я его уже использовала на самом-то деле. Но я им пользуюсь очень часто. Это тот продукт, когда вот если мне нужно прям быстро за 5 минут собраться, вообще не думая, я по-любому возьму этот стик. Вообще, я его обожаю. Поэтому, конечно же, беру его с собой. И здесь, с другой стороны, у него есть кисточка. Она как бы... такая, не супер хорошо она распределяет, но как раз для путешествия, когда не хочется брать лишние какие-то еще кисти, класс, берем. Так, и дальше у меня еще продукты для бровей. Для губ я не беру никакие карандаши, потому что тоже я подумала, что возьму там что-то, типа Шик или тот же самый опять Vivienne Sabo. Наберу разных оттенков, привезу с собой сюда и буду там пользоваться, поэтому с собой туда ничего везти, считаю, нет смысла. Для бровей я возьму Maybelline, вот этот маркер, ой, где, с одной стороны маркер, а с другой стороны у него гель, но гель я уже вам рассказывала, бесполезный, поэтому сегодня я еще поеду в торговый центр, еще кое-что мне нужно докупить, и я хочу другое у них взять гель. Вчера буквально увидела в Reels, девочка одна с похожим типом бровей, как у меня, сказала, что очень классно, потому что вы знаете, что я пользуюсь лаком для волос, но тащить с собой баллон лака не очень, поэтому для таких случаев все-таки вот такие гели маленькие для бровей класс, поэтому возьму гель для бровей еще. И еще беру буквально две маленькие кисти. Одна кисть, это у меня Rare Beauty для консилера. Точно так же я ее буду использовать для консилера. Тон я там куплю, как я уже сказала, Vivienne Sabo, я его буду наносить руками. Мне кажется, он будет отлично так работать. И для вот этих сухих румян я беру вот такую прям маленькую кисточку. Она как раз отлично, ей можно будет все растушевать. По поводу пудры, я думаю, у меня... большая такая дура Лора Мерселье, рассыпчатая, и поэтому мне что-то не хочется ее брать, рассыпчатую пудру с собой и в дорогу, поэтому я сегодня, наверное, посмотрю что-то в маленьких форматах, если мне что-то приглянется, то я возьму, если нет, то без пудры, конечно, не хочется ехать, потому что консилер мне по-любому нужно закреплять, у меня все быстро скатается, поэтому надо будет постараться что-то найти для дороги. И раз я рассказываю про косметику, я хочу рассказать про вот этот очень классный, он сейчас на мне, масло для губ. Они это называют Nourishing Lip Tint Oil, это тайский бренд Панпури, люксовый бренд, если вы... Я думаю, что в других городах Таиланда тоже он представлен, но в Бангкоке это просто сногсшибательные корнеры. Очень красивые магазины, у них всегда все на таком уровне оформлено, все так красиво, все так вкусно пахнет. У них есть свечи, диффузоры для дома, какая-то косметика уходовая, есть также ароматы, есть в роллере какие-то ароматы. По-моему, я рассказывала про этот бренд. Да, я рассказывала про этот бренд в видео про то, что привезти из Таиланда. И у них новинка появились вот такие лип-тритмент, скажем так, для губ. Я на самом деле его купила, потому что мне нужно было подарить подруге подарок. Я думала, чтобы подарить такое девчачье. И как раз вижу, ходила, гуляла по городу, как раз видела Панпури, зашла и увидела, что там продаются вот эти тинты. Ну, не знаю, почему они назвали это тинт, лип-тинт-ойл, потому что
Ну, цвет он не оставляет. Он, видите, да, у меня как бы такой он типа темный, но на губах он прозрачный, и цвет он не оставляет. Поэтому не понимаю, почему они использовали это слово. И мне захотелось ей подарить такой, и потом я такая подумала, так, а мне тоже такой нужен, мне тоже надо это попробовать. Я взяла себе вот в таком оттенке. Там есть прозрачный, там есть посветлее, вот такой, и есть еще с блестками. Я их все попробовала, в принципе, на руке я поняла, что они все полупрозрачные, поэтому на губах они все будут выглядеть одинаково. Ну, единственное, может, тот, который с блестками, будет больше как-то переливаться на губах. Но мне захотелось взять, который без блесток. Так что, если будете в Таиланде, то рекомендую попробовать вот такой люксовый тайский бренд. Ну и это, собственно, все, да, вот такая вот микрокосметичка у меня получается. Что-то буду там докупать. Мне интересно тоже попробовать какие-то российские бренды, поэтому я и оставляю место в этой косметичке. Я уже начала переливать свои духи в маленький такой флакон и решила вам показать. Есть вот такие атомайзер, по-моему, это называется. Вот я уже немножко сюда напшикала. Здесь вот такая дырочка. И вы просто берете свои духи. Ой! Убираете вот эту саму штучку и вот так на эту дырочку. И вот таким образом напшикиваете туда вовнутрь. Все, не буду прям полную наливать. Мне этого, я думаю, очень даже хватит. И потом обратно это сюда вставляется, закрывается, и вот у вас маленькие такие духи тоже отправляются в косметичку. А это обратно. Чик. Чик. И все. И это уже большая стеклянная, такая тяжелая, остается дома. Будто бы я осталась на том же месте, но нет, я уже съездила и, в принципе, купила то, что хотела. Я, на самом деле, так и думала про эту пудру, что я ее возьму в маленьком формате, и я очень обрадовалась, что существует вот такой вот крошечный формат Innisfree пудры. Супер пудра в 10 раз дороже, чем Лаура. Поэтому я вот такую малышку вообще идеально кладу в свою маленькую косметичку и беру с собой. И я уверена, что мне этой пудры хватит на очень-очень долго. И я взяла вот этот гель попробовать. Это что я говорила, да, что я видела в Reels. Let's check. Там девушка прям вот так вот сильно надавливала. Ну, как не сильно, но надавливала, короче. И появлялся такой эффект ламинирования прям. Ну, в целом, да. Есть такое. Вот оно запечаталось, припечаталось. Да, только вот мне дорисовать брови там, где надо. Все это сделаю, сейчас их доформляю. Ну, в целом, мне нравится. Мне нравится, как получилось. Очень естественно, очень натурально. Но единственное, что мне не нравится, что, ну, как бы все равно вот здесь, да, остается этот гель вокруг кожи. И если у меня, допустим, там будет тональник, то что, он будет его стирать? Или как это будет выглядеть? Но сейчас это выглядит хорошо. Да, оно выглядит прям как будто бы они ламинированные и такие немножко даже влажные. Нет никакого белого налета. Но они еще немножко даже влажные. Вот я так понимаю, что нужно какое-то время, чтобы это все остыло. Остыло, засохло, и, видимо, тогда они будут держаться прям намертво. Берем это с собой в свою косметичку.
Ну что, ребята, привет! Я наконец-то доехала в Россию. На самом деле я тут уже практически неделю, но дорога была мега изматывающая, просто мега изматывающая. Я у себя в телеграм-канале написала всю историю моего перелета, но не буду здесь уделять этому много эфирного времени, потому что меня уже, в принципе, попустило после всей этой истории. И вдаваться в подробности мне уже нет особой какого-то желания. Если вам интересно, то переходите, почитайте. Но если коротко, то на каждом этапе у меня случался какой-то вопрос, какая-то проблема, какое-то препятствие, вплоть до того, что потерялся мой багаж, и только спустя 4 дня он оказался у меня. Я на самом деле уже думала, что можно с ним попрощаться и забыть про все вещи, которые у меня там есть. Но как оказалось, что очень круто работают все эти поисковые штуки, сервисы с багажами. И мне получилось дописаться до авиалиний тайских, которыми я летела. Они сделали запрос в Турцию, в Стамбул, чтобы они там нашли мой чемодан. Они очень быстро, меньше чем за полчаса, мне отвечали на электронную почту, учитывая, насколько огромные аэропорта в Бангкоке и тем более в Стамбуле, вот этот новый. И как быстро они все это сделали, нашли мой чемодан, без проблем отправили первым ближайшим рейсом после моего письма, первым ближайшим рейсом они отправили мой чемодан в Сочи. И просто по каким-то счастливым стечениям обстоятельств в Сочи на этот момент был один наш знакомый, и я заказала такси из аэропорта Адлера, чтобы водитель забрал мой багаж. Там тоже все было не супер гладко, но уже хорошо, что это все прошло, и он потом отвез в Сочи мой чемодан, и из Сочи мой чемодан уже приехал в Краснодар, и вот я его вчера получила, посмотрела, что там все целое, и даже манго и папайя, которые я везла в целости и сохранности, даже не пропали. Так что, если вдруг когда-то, не дай бог, вы потеряете чемодан, то не переживайте, все это находится беспроблемно, все это ищется. И, как мне сказали работницы в аэропорту, в вот этом поисковом сервисе, как это называется, ну, типа потерянный багаж, да, они сказали, что в 99% случаев находится чемодан, и все окей. Ну, то есть очень редко бывает, когда действительно прям все, пропал чемодан, и уже нет никаких вариантов, чтобы его найти. Но нужно, да, конечно, в моем случае нужно было приложить усилия, чтобы написать туда, объяснить это все, и в итоге чемодан у меня. Это, конечно, очень меня порадовало. Сначала, да, огорчило то, что он потерялся, потом порадовало, что он нашелся. Ну, такая вот история. И я уже нахожусь здесь практически неделю, как я уже сказала. Я уже сделала часть каких-то своих задач, которые я планировала сделать. И собираюсь потихоньку вливаться обратно во всю рутину, потому что безумно сложный перелет. Вот реально безумно. Это топ-1 из моих самых сложных перелетов. У меня были разные истории, но вот это вот самый жесткий перелет. И я какое-то время, да, только восстанавливалась, у меня даже не было ни сил, ни желания на то, чтобы записывать что-то на YouTube, выкладывать что-то регулярно в Instagram. Но, тем не менее, там тоже появлялось, конечно. И сейчас я еще понимаю, что вот как раз суббота-воскресенье, мне немножечко нужно на восстановление, и уже с понедельника я буду врываться обратно в весь этот рабочий процесс. Я уже заказала себе коврик для йоги, так что с понедельника я возобновляю свои
ежедневные тренировки, вот всю эту неделю я не тренировалась, но ходила больше, чем по 10 тысяч шагов. Очень заметно здесь, что двигаешься и ходишь больше, хочешь ты того или нет, но так получается. У нас квартира находится в центре Краснодара, и если нужно куда-то сходить в магазин, то ну, ты идешь пешком, а не на такси или что-то такое, поэтому здесь везде проще пройтись пешком, и в итоге у меня получается, что вчера вообще у меня было 17 тысяч шагов, ну, как бы, и то это было не целенаправленно, а вот просто так получилось. Поэтому да, это, конечно, ощутимо, насколько здесь поактивней будут проходить будни. Это меня радует, конечно. И еще такое ощущение у меня, что здесь жарче, чем в Таиланде. Возможно, именно ощущается жарче, чем в Таиланде, потому что я на самом деле очень удивлена. Такое ощущение, будто бы люди не знают, как будто бы в первый раз за всю историю существования этого города здесь такая жара, ну как бы нет, я здесь прожила всю жизнь, и практически каждый год вот такая жесткая жара. Но в торговых центрах и в каких-то магазинах кондиционеры будто бы работают не на всю мощь, потому что ты... Ощущение такое, особенно после Таиланда, что ты сейчас зайдешь, и тебя просто обдаст вот этим вот холодным воздухом, и будет такое облегчение, сильный, да, такой перепад температуры. Здесь такого нет. И точно так же в такси кондиционеры работают тоже не на полную мощь. Как бы, да, получше, чем на улице, но все равно ты едешь, и тебе все равно жарко. Про общественный транспорт я вообще не говорю, я любительница общественного транспорта, я уже успела два раза прокатиться здесь на трамвае, без кондиционера, конечно же, это просто ужас какой-то, это для меня, ну прям это ненормально в 21 веке, чтобы был такой общественный транспорт в таком жарком городе без кондиционеров. Тут есть с кондиционерами, но я попала два раза в старый трамвай, где нет кондиционеров. Это тоже для меня очень странно, конечно. Даже когда приходишь домой, даже дома кондиционеры работают не так, как тайские. Либо это другие кондиционеры, либо здесь не хватает мощности, или что, я не разобралась в этой теме, но даже дома не настолько прохладно, как хотелось бы, чтобы это было. И настолько с этим сейчас проблемы здесь, что в некоторых домах выключают свет из-за перебоев с электричеством, и вот в такую несусветную жару, чтобы вы понимали, то сейчас под 40 градусов, люди не могут пользоваться кондиционерами и лифтами. Это тоже для меня просто дикость какая-то. И сам воздух здесь ощущается жарче, чем в Таиланде. В Таиланде он влажный, и как будто бы за счет этого не настолько жарко. А здесь настолько сухо, что ты выходишь на улицу, и все просто пересыхает мгновенно. Губы, нос, глаза, все сразу же становится настолько сухим. И это тоже, конечно, очень чувствуется. За два года я от этого настолько отвыкла, что для меня сейчас тоже вот эти изменения дают о себе знать. Что, ребята, я наконец-то собираюсь уже все вернуться в рутину, в блогерскую свою деятельность. Сейчас занимаюсь тут еще какими-то вопросами, записываюсь к стоматологу, сдаю анализы. В общем, я думаю, все, кто живет за границей, когда приезжает в Россию, понимают, о чем я говорю. А сегодня я первый раз за все время, пока я в этот раз приезд здесь, зашла в «Золотое яблоко». И я в таком удивлении от того, насколько поменялся магазин, потому что я застала, в принципе, открытие «Золотого яблока» здесь. Ну, и это был такой как бы уровень магазина, ну, чуть лучше, чем там «Ревгош», «Литуаль», да, как-то более такой стильный, там какие-то еще корейские бренды представили. Но сегодня, когда я зашла, он здесь, во-первых, сейчас гораздо больше его сделали. И там такое изобилие всего, ну, то есть
некоторые бренды, некоторые товары я в Бангкоке не могу найти. Вот та же самая тушь Darling, я думаю, многие девочки знают про нее, такой бестселлер. В Бангкоке, в Таиланде вообще, в принципе, нет бренда Darling, хотя вроде как это корейский бренд. Может, там как-то это все завуалировано, это на самом деле не корейский, но не знаю, просто для меня удивительно, что в Таиланде почему-то не настолько распространены корейские бренды. Да, это все можно, конечно, найти, но вот так, чтобы стоял где-то офлайн-магазин с большим ассортиментом этих брендов, я пока что еще не встречала. Может быть, появится, может быть, я еще просто не в курсе. Как бы есть отдельные прям, да, вот эти бутики, например, там, Isn't Free. В общем, корейские прям вот бутики, именно монобренд, да, это есть. Но не в таком количестве. Я просто, у меня глаза разбегались. Еще что меня очень удивило, я в Бангкоке хотела найти парфюм Laef. Есть, конечно же, бутик Laef с одеждой, да, с аксессуарами. Ну, их несколько в Бангкоке. Я туда заходила. В два я заходила, и у них нет парфюма в бутиках. А здесь в Золотом Яблоке стоит просто огромный ассортимент. Не знаю, мне кажется, там ароматов 15. Все есть, все в наличии. Ну, и это, конечно, очень круто. Очень круто. Я прям ходила, все смотрела, так разглядывала. И кое-что я купила, поэтому будет такая сейчас небольшая распаковка. В общем, купила я эту тушь, про которую я говорила. Да, здесь все сделано в Корее, поэтому не знаю, почему у нас в Таиланде вообще, в принципе, нет этого бренда. Особенность этой туши в том, что ее просто можно снять такими чулочками с ресниц обычной водой. При этом она не должна там как-то размазываться в течение дня, осыпаться и так далее. Поэтому мне интересно было ее попробовать. Я взяла себе в коричневом цвете. Очень много на нее положительных отзывов. Так что буду пробовать. Дальше то, что я взяла, возможно, если вы подписаны на меня либо в телеграм-канале, либо в инстаграме, то я как-то выставляла, что я нашла в Таиланде, тоже на одном из маркетплейсов, вот эти гели для душа, и у меня с ними просто такая какая-то ностальгия, потому что помню, как сестра моя еще в подростковый период их покупала, и мы с ней ими купались, и они очень вкусно пахли, и поэтому, когда я их нашла на маркетплейсе, я сразу же заказала несколько штук, но там был не очень большой выбор, это какие-то перекупщики, и долгая была доставка, в общем, ну, такое. А здесь, пожалуйста, в Золотом Яблоке стоит. Там достаточно много было ароматов, разновидностей, мне кажется, штук 6. Я себе взяла с клубника с мятой. Пахнет просто нереально. Вот просто хочется взять и выпить. Реально клубникой и реально мятой пахнет. Я не знаю, как они это делают, но это что-то вообще невероятное. Буду как раз пока здесь, как раз маленький объем, как раз я думаю, что его использую. Также мне еще хотелось что-нибудь попробовать от российского бренда Don't Touch My Skin, поэтому я взяла сыворотку с азелаиновой кислотой. Она идет от покраснения, от пигментации, от каких-то воспалений. Так что буду ей пользоваться и потом в каких-нибудь соцсетях расскажу про свои впечатления. Все у меня получилось в такой цветовой гамме красивой. Так что пусть здесь все стоит. А еще что хотела вам рассказать. Я вам показывала, что я заказала тинт от Benefit. Вот это тоже очень, да, такой известный, водичка такая. И сначала я что-то не совсем догнала, нравится он мне или нет, не поняла, так я его наношу или нет. В итоге я его распробовала, в итоге я сейчас каждый день им пользуюсь. Это просто супер классный продукт. Я использую его только на губы. Для щек мне недостаточно румянца. Я использую другие румяна, другие продукты. Но для губ это супер. Мне очень нравится этот эффект. Я просто наношу эту водичку, никак не растушевываю, пальцами ничем не трогаю, просто наношу водичку эту аппликатором. Она за секунды высыхает, и вот сейчас она на мне, и просто вот такой
приятный оттенок, губы как будто бы немножко посочнее, чем свои, и никакого там дополнительного блеска, шиммера или матовости, а вот просто реально как будто бы, не знаю, у меня перманент или у меня свои губы вот такого цвета. В общем, мне очень понравился, и расход достаточно маленький, все-таки тут вода, я думаю, мне этого надолго хватит, ну и я думаю, что в следующий раз потом тоже куплю. Так, что еще у меня тут из новинок появилось в косметичке? Во-первых, тоже я еще решила попробовать тональный крем от Vivienne Sabo. В принципе, мне нравится, но не скажу, что это что-то супер. Да, он такой тоже, как водичка, очень легкий, невесомый, но какого-то вау-эффекта не скажу. Может быть, я уже просто, знаете, такая избалованная дама, я ждала чего-то большего, судя по тому, как все им восторгаются. Ну, тональный крем как тональный крем. Так, и тоже уже здесь я заказала SPF. Такоба, я надеюсь, он так называется. И у меня был такой же, только версия, которая осветляет кожу. Я, на самом деле, абсолютно случайно заказала. И мне тогда очень понравился этот SPF. И как он распределяется, и как он носится в течение дня. Поэтому я решила, что сейчас здесь я возьму вот обычную версию, которая просто там она... Что она? Увлажняющая. В общем, она не делает цвет лица белее или еще что-то такое. Классный SPF, заказала его уже здесь. В принципе, цена точно такая же. Еще у этого бренда появилась новинка. Это для меня что-то на нереальном каком-то уровне. В общем, в зеленой упаковке такой он идет. Он с центеллой. Этот крем, не этот, а тот, про который я сейчас говорю. Он понижает на несколько градусов температуру кожи. И я такая, что? Что вообще такое? Ну и то есть есть действительно отзывы людей, которые там термометром проверяли температуру, и на солнце реально кожа более холодная, чем, допустим, без этого крема. Очень, конечно, интересно такое. Там написано, что он с охлаждающим эффектом, ну и именно что не с охлаждающим, да, что вы там как будто бы мятой намазались, а именно что просто там есть какой-то компонент, который понижает температуру кожи. Для меня это, конечно, что-то на фантастическом каком-то уровне, и пока что я еще не видела в продаже. Здесь я видела, уже на маркетплейсах есть, но я не совсем уверена, настоящее это или нет. С одной стороны, с другой стороны, мне сейчас пришла в голову мысль, что этот продукт только-только вышел, могли ли они так быстро уже сделать подделку? Ну, наверное, могли, кто его знает. Ну, в общем, да, для меня как-то подозрительные какие-то магазины показались, там буквально в одном, в двух я их только видела. В Таиланде я уже тоже искала, еще пока что нет, к сожалению. Но как только появится, я его обязательно куплю и попробую, потому что мне очень интересно, как это работает. И еще я заказала себе тоже от Vivienne Sabo два стойких карандаша. Тоже слышала про них отзывы такие, что по стойкости они не уступают Charlotte Tilbury. Когда я первый раз купила карандаш Charlotte Tilbury и первый раз его использовала, я просто была в шоке от того, реально, насколько он долго держится. Это тоже что-то на каком-то нереальном уровне. Эти, в принципе, тоже устойчивые, но... Мне кажется, не настолько все-таки. Тоже стойкие, да, классные, но все-таки, наверное, Шарлотта покруче. У меня два оттенка, 0,7 и 0,3. 0,3 для меня показался немножко темноват, но я думаю, что я его буду как-то растушевывать и, в общем, как-нибудь к нему приспособлюсь. И, в принципе, мне показалось, что он как-то наносится хуже, чем 0,7. А 0,7 вообще прям классный. Я уже еще нашла несколько классных карандашей, которые... тоже продаются в России, чтобы здесь заказать и взять с собой, тоже протестировать, но это уже чуть попозже будет. И еще одну штучку я себе купила, это такой спрей от Vichy. Я думаю, что в Таиланде такое будет сложно найти, потому что этот спрей, он защищает от солнца, здесь SPF 50, но также он активизирует загар, то есть ты лучше загораешь, но ты защищен от солнца. Тоже для меня удивительно, как это работает. Я хочу почитать и узнать вообще, как такое возможно. Потому что, ну, типа, если SPF, то ты не загораешь. А если ты загораешь, значит,
солнце воздействует на твою кожу. Ну, в общем, я все равно взяла и хочу попробовать, что это такое. Здесь такое, такой спрей, он двухфазный, и здесь маслянистая такая текстура. Тоже буду пробовать. Почему в Таиланде такие продукты сложно найти? Даже те же самые капли Клиник Автозагар, которые просто добавляешь в свой крем и наносишь потом, они там не продаются, потому что никто не хочет там загорать, но тем более использовать автозагар. Сейчас уже, конечно, когда мы только туда приехали, и еще был ковид, и как-то вообще мало чего-то там продавалось, и сейчас постепенно я замечаю, как тоже больше, больше, больше всего становится. Я думаю, что также где-то на каких-то маркетплейсах можно найти эти капли Клиник или какие-то автозагары заказать, но вот так вот в открытом доступе где-то в магазине навряд ли вы найдете автозагары или тем более Клиник. Я прям заходила в несколько тоже бутиков Клиник в Бангкоке, и они мне говорили, типа, нет, нет, сюда такое не привозят. И поэтому, и я думаю, что что-то наподобие этого, то, что стимулирует загар, тоже навряд ли будет продаваться в азиатских странах. Так что везу с собой, и обязательно, когда поеду на острова, буду это использовать, и тоже потом расскажу, как это сработало. И еще из новостей, это то, что на следующей неделе я уже записалась на удаление своих нижних восьмерок. Буду это делать либо под закисью азота, либо под седацией. Сегодня сдала все анализы для того, чтобы это можно было сделать под седацией. Для того, чтобы это делать под закисью азота, никакие анализы не нужны. Это легкая очень процедура. Но я вроде как хочу под газом сделать, но на всякий случай решила сдать еще анализы, чтобы мне в этот же день, если что, если вдруг, сделали под седацией эту всю процедуру. И на следующей неделе пойду, потом вам расскажу, как это все прошло, потому что для меня опять-таки здесь и интерес, как это все пройдет. И я думаю, что в целом такой опыт может быть также кому-то быть интересен. Сначала я хотела удалять зубы в Таиланде, в Бангкоке. Но потом, когда я поняла, что в скором времени я сюда поеду, я поняла, что здесь мне будет это менее нервозно, потому что все-таки здесь на родном языке, тем более все вот эти термины, мне будет проще и спокойнее. Поэтому на следующей неделе вот у меня предстоит вот такая, ну, как это говорят, операция. Ну, в общем, буду вас держать в курсе.